дорогие друзья! С большой радостью приветствуем вас в концертном зале Дворца культуры профсоюзов на празднике детства и творчества, красоты, таланта и оптимизма. Добро пожаловать на 18-й Всероссийский фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества «Звезды Победы. Крым-2019», посвященному Дню Победы. Итак, встречаем наших конкурсантов. На сцене образцовая студия альтернативной моды Людмила, Скворцовский сельский дом культуры, руководитель Онищенко Людмила Юрьевна, хореограф Савцова Ирина Анатольевна, номинация «Театр моды», возрастная категория «Смешанная», творческий номер «Человек-паук».
Номер 39. Образцовая студия альтернативной моды «Людмила». Группа «Спутник». Незабудки. Скворцовский сельский дом культуры. Руководитель Онищенко Людмила Юрьевна. Хореограф Савцова Ирина Анатольевна. Номинация «Театр моды». Возрастная категория «Смешанная». Творческий номер «Краски Японии».
Ну что ж, мы еще раз поздравляем всех участников фестиваля с победой, которую они одержали благодаря своей непосредственности и дарованию. Просим всех участников фестиваля выйти на сцену. Приглашаем участников и их руководителей на сцену. Для оглашения результатов детского фестиваля конкурса слово предоставляется нашему жюри Ивановой Ольге Алексеевне, члену Союза писателей России, лауреату золотой медали Василий Шукшин, Всероссийской литературной премии имени Гумилева, премии Автономной Республики Крым, заслуженному деятелю искусств Республики Крым, победителю и призеру международных литературных конкурсов. Спасибо. Дорогие друзья, поздравляю вас с праздником. Прежде всего, этот праздник сделали для нас вы, ребята. Вы нам подарили и радость, и свою красоту, и свои таланты, и, конечно же, огромное чувство патриотизма, которое сейчас так кстати перед праздником, Днем Великой Победы, которую завоевали наши отцы, прадеды, деды. Дорогие друзья, мы все работы оценили очень позитивно. Вы все получите первое, второе или третье место. Получите грамоты, получите дипломы, кубки, медали. Но помимо вот этих первых, вторых, третьих мест, мы вдруг решили, что вы настолько симпатичны, что некоторые из вас получат еще призы симпатий. Вам уже объявляли, что вы получите бесплатный сертификат из Китбурга. Вот сейчас я объявлю тех деток, которые получат эти бесплатные сертификаты, призы симпатий. Итак, держите, помогайте мне. Хабирова Адае. Встречайте, ребята, аплодируйте, радуйтесь. Бондарь Анна. Кириллова Екатерина. Караваева Ксения. Поединок Злата. Поздравляем тебя. Лагода Виолетта. Поздравляем тебя. Стариков Ярослав. Молодец. Заматаев Мирослав. Ты очень артистичен. Купрашвили Георгий. Заматаева Василиса. Поздравляем тебя. И особый приз я хочу подарить от себя лично. Это книжка с авторской подписью Баула Анне. Пожалуйста, Анна. Спасибо большое. Очень ребята старались. И дальше вы слушаете, какие же места вы заняли в этом конкурсе? Ну, а мы продолжаем. Диплом вручается Березовской Ксении, вокальный ансамбль «Непоседы», с присвоением титула лауреат первой степени. Диплом вручается Заматаеву Мирославу, театральная студия и театр одного актера «Вдохновение», город Симферополь, с присвоением титула лауреат второй степени. Диплом вручается Андреевой Злате, театральная студия и театр одного актера «Вдохновение», с присвоением титула лауреат второй степени. Диплом вручается Уманской Екатерине, вокальная студия «Бриз», Симферопольский поселковый клуб, «Семииз», Семиизовский поселковый клуб, с присвоением титула лауреат второй степени. Диплом вручается Тимченко Веронике, с присвоением титула лауреат второй степени.
Диплом вручается Селецкой Виктории, руководитель ячеек Алла Эдуардовна. Присвоение — лауреат второй степени. Диплом вручается Остапишиной Софии, Портынинская детская музыкальная школа. С присвоением титула лауреат второй степени. Диплом вручается Остапишину Вячеславу, Портынинская детская музыкальная школа. С присвоением титула лауреат второй степени. Руководитель Арсенчук Карина Артемьевна. Диплом вручается Быковой Кире, театральная студия театра одного актера «Вдохновение». Руководитель Мартыненко Елена Александровна. С присвоением титула лауреат первой степени. Диплом вручается Заматаевой Василисе, театральная студия театра одного актера «Вдохновение». С присвоением титула лауреат первой степени. Диплом вручается Купрашвили Георгию, руководитель Зайченко Наталья Геннадьевна. С присвоением титула лауреат первой степени. Диплом вручается Лагода Виолетти, театр МОД «Креатив». Руководитель Нацкина Наталья Геннадьевна. С присвоением титула лауреат первой степени. Диплом вручается «Поединок Злати», школа игры на фортепиано. Руководитель Ярышканова Наталья Борисовна. С присвоением титула лауреат первой степени. Диплом вручается Верховской Маргарите, вокальный ансамбль «Бриз», город Ялта. Руководитель Шаповалова Валентина Михайловна. С присвоением титула лауреат первой степени. Диплом вручается Кирилловой Екатерине, Портынинская детская музыкальная школа. Руководитель Арсенчук Карина Артемьевна. С присвоением титула лауреат первой степени. Диплом вручается Бондарь Анне, Симферопольская детская музыкальная школа номер 3. Руководитель Зайченко Наталья Геннадьевна. С присвоением титула лауреат первой степени. Диплом вручается Баула Анне, театральная студия и театр одного актера «Вдохновение». Руководитель Мартыненко Елена Александровна. С присвоением титула лауреат первой степени. Диплом вручается Грыб Софии, руководитель ячеек Алла Эдуардовна. С присвоением титула лауреат первой степени. Диплом вручается Еремейчук Маргарите, руководитель ячеек Алла Эдуардовна. С присвоением титула лауреат первой степени. Диплом вручается Плешковой Ангелине, руководитель Зайченко Наталья Геннадьевна. С присвоением титула лауреат первой степени. Диплом вручается Михеевой Кристине, руководитель здоровых Наталья Ивановна. С присвоением титула лауреат первой степени. Дипломом награждается Залозная Василиса, руководитель Галушкина Надежда Васильевна. С присвоением титула лауреат первой степени. Диплом вручается Хабировой Эдае, театральный коллектив «Набис», гвардейский поселковый дом культуры, руководитель Головкин Евгений Юрьевич. С присвоением титула лауреат первой степени. Диплом вручается Плещенковой Дарье, руководитель Давыдова Юлия Александровна. С присвоением титула лауреат первой степени. Диплом вручается Караваевой Ксении, руководитель Чертовских Александрина Николаевна. С присвоением титула Гран-при.
Дипломом награждается Петухов Кирилл, коллектив «Современные дети», Поповский сельский клуб, руководитель Чамова Елена Владимировна. С присвоением титула лауреат третьей степени. Диплом вручается Хильковой Марине, коллектив «Современные дети», Поповский сельский клуб, с присвоением титула лауреат третьей степени. Диплом вручается Исаеву Захару, коллектив «Современные дети», руководитель Чамова Елена Владимировна, с присвоением титула лауреат третьей степени. Диплом вручается Старикову Ярославу, коллектив «Современные дети», Поповский сельский клуб, с присвоением титула лауреат первой степени. Диплом вручается Чистинскому сельскому дому культуры «Новое поколение», руководитель Белялова Гульсум Исметовна, с присвоением титула лауреат третьей степени. Диплом вручается коллективу СМС «Чистинский сельский дом культуры», руководитель Белялова Гульсум Исметовна, с присвоением титула лауреат третьей степени. Творческий номер «Светлячок». Диплом вручается коллективу «Новое поколение», Чистинский сельский дом культуры, руководитель Белялова Гульсум Исметовна, творческий номер «Шоу-бизнес», с присвоением титула лауреат второй степени. Диплом вручается подготовительной группе «Капитошки», детский сад «Солнышко», ПГТ «Гвардейская», руководитель Кимиджи Зарема Назимовна, творческий номер «Синий платочек», с присвоением титула «Лауреат второй степени». Диплом вручается Филипповой Екатерине, театральная студия театра одного актера «Вдохновение», руководитель Мартыненко Елена Александровна. Диплом вручается театральной студии театра одного актера «Вдохновение», руководитель Мартыненко Елена Александровна, с присвоением титула лауреат второй степени.
Диплом вручается группе «Спутник Незабудки». Образцовая студия «Альтернативный моды» Людмила. Руководитель Онищенко Людмила Юрьевна. Хореограф Савцова Ирина Анатольевна. Номинация «Театр моды». Творческий номер «Краски Японии» с присвоением титула «Лауреат второй степени». Диплом вручается образцовой студии «Альтернативной моды» Людмила, Скворцовский сельский дом культуры, руководитель Онищенко Людмила Юрьевна. С присвоением творческий номер «Человек-паук» с присвоением титула «Лауреат первой степени». Диплом вручается вокальной группе «Макс Фанк», руководитель вокала Ерух Елена Юрьевна. Творческий номер «Бескозырка» с присвоением титула «Лауреат первой степени». Диплом вручается ансамблю классического танца «Грация», руководитель Митина Светлана Александровна. Творческий номер «Ты в памяти моей» с присвоением титула «Лауреат первой степени». Диплом вручается коллективу «Новое поколение» Чистинский сельский дом культуры. Творческий номер «Песня «Огонь памяти» с присвоением титула «Лауреат первой степени». Диплом вручается хору «Планета детства», руководитель Ячук Алла Эдуардовна. Творческий номер «О той весне» с присвоением титула «Лауреат первой степени». Диплом вручается детскому фольклорно-хореографическому ансамблю «Млада», город Евпатория, руководитель вокала Банаева Галина Михайловна, концертмейстер Буляков Георгий Геннадьевич. Творческий номер «Славный праздник, День Победы» с присвоением титула «Лауреат первой степени».
Диплом вручается вокальному ансамблю «Непоседы», Дом детского и юношеского творчества, город Симферополь. Руководитель Залецкая Айна Увайсовна. Номинация «Вокальное творчество». Творческий номер песня «Наша армия» с присвоением титула «Лауреат первой степени». Диплом вручается вокальному ансамблю «Непоседы». Руководитель Залецкая Айна Увайсовна. Творческий номер «Будь мужчиной» с присвоением титула «Лауреат первой степени». Диплом вручается вокальному ансамблю «Непоседы». Руководитель Залецкая Айна Увайсовна. Творческий номер «Дорога на Берлин» с присвоением титула «Гран-при». Диплом вручается детской театральной студии «Мини-образ», Бахчисарайский районный дом культуры, руководитель Рябова Иванна Леонидовна. Творческий номер «Маленьким жертвам большой человеческой жестокости» с присвоением титула «Гран-при». Приглашаем построиться солистов лауреата первой степени. В первый ряд, вот, пожалуйста, за вот эту вот черту серую. Лауреаты первой степени, ручки поднимите, пожалуйста. Солисты, солисты лауреатов первой степени. Только солисты. Купрашвили Георгий. Лагода Виолетта. Бондарь Анна. Михеева Кристина. Поединок Злата. Поединок Злата. Березовская Ксения. Заматаева Василиса. Грыб София. Плешкова Ангелина. Кириллова Екатерина. Хабирова Эдае. Еремейчук Маргарита. Баула Анна.
Верховская Маргарита. Плещенкова Дарья. Быкова Кира. Мы хотим выразить искреннюю благодарность нашим партнерам. Партии ЛДПР в лице Большакова Алексея Юрьевича за поддержку, за предоставленные подарки. А также выражаем благодарность детскому городу профессии Китбург за предоставленные призы. Выражаем благодарность жюри, руководителям, родителям, гостям и нашим воспитанникам. Спасибо всем за участие в нашей конкурсной программе. Благодарим всех вас за то внимание и поддержку, которую вы нам оказали. Всем участникам фестиваля и зрителям мы желаем счастья и добра, чтобы ваши маленькие звездочки выросли в большие и яркие звезды. До новых встреч! До новых встреч! С праздником! С Днем Победы! Организатором конкурса выступила Детско-юношеская академия искусств, таланта и красоты «Галактика талантов». С вами была ведущая Елена Терлецкая. Спасибо!